А потом он сказал, что я стану идеальным носителем. Что бы это ни значило. Я не думаю, что он бы меня отпустил. А ты как считаешь? Да, совершенно. Проследи, чтобы мне не мешали, ладно? Я хочу смыть с себя эту грязь. Конечно, малая. Гарантирую, что тебя и пальцем никто не тронет. Без моего ведома. Ну ведь почти же! Хоть раз в жизни я бы оторвалась. Здесь бывает так безумно скучно. Только постоянная садовая работа. Какая скука! Я бы все отдала за то, чтобы заняться чем угодно другим. Зато можно мечтать. О чем-то очень хорошем. Что за хрень? Это что такое? Ну, привет! Можно было постучать! Да не парься, мне не трудно. Прошу вашего внимания. Мы созвали совет, чтобы лучше узнать нашего противного соседа. Будь он друг, враг или нечто иное. Мы, ведьмы Фокус Башни, никогда прежде не сталкивались с подобной угрозой. Я Виллоу, ведьма ветров. Сэмми, ведьма звука. Кристина, ведьма воды. Юлин, без специальности. Мы начнем с тебя, Юлин. Тот ужасный мужчина имел к тебе определенный интерес. Почему? Он и его растения весьма ядовиты. Но вроде на меня это не действует. Любопытно, конечно, но какой ему от этого прок? Он хочет расширить свой сад. И, как я поняла, кто-то вроде меня может облегчить процесс. Облегчить как? Если бацилли посадят семя в носителя... Этого достаточно, Юлин. Кому-нибудь еще есть что сказать? Да, мэм. Я Дарси, мэм. Я местный фермер. Ясно. Что ж, Дарси, расскажи нам все. Что ж, я стал замечать на своих полях мерзкие сорняки. И, если честно, встреча не была дружеской. Они весьма агрессивны и быстро заполняют поля. Но выдернуть их легко. Какой он милаха! Если не против, Дарси... Мы бы послушали еще об твоих сорняках. Позвольте осмотреть принесенные вами. Без проблем, мэм. Но осторожнее, он очень злой. Ясно. Но не так уж сложно. Придется начать подготовку чуть раньше, чем я планировал. О, я слежу за тобой, красавчик. За кем подглядываешь, детка? Ой, Винг! Да, знаешь, вообще-то это моя работа, следить за всеми. Ты чего? Я просто... через многое прошла сегодня, ага. А они даже не рассказывают мне обо всем. Ага, да, и...
Других причин у тебя нет. Нет? Юлин, ты чего такая угрюмая? Не хочешь пропустить стаканчик? За мой счет. Да, пожалуй, мне не помешает. Еще поболтаем, Винг. Развлекайся, детка. Да, за работу. Ох, блин, у тебя было много дел, Юлин. Рад, что ты справилась. Много дел? Да ты не поверишь. Надеюсь только, что от этого не будет много проблем. Надейся сильнее. Проблемы вас, ведьм, всегда преследуют. Хм, не меня. Осторожнее с желаниями, дорогая. Опять? Надеюсь, что с моей стороны не слишком грубо прерывать вашу беседу. Но я не мог прожить еще один день без моего сладкого подсолнуха. Было бы у меня сердце, ох, оно бы сейчас трепетало. О, боже! Как приятно, что ты тоже рада меня видеть, дорогая. Почему бы нам не пройтись вдвоем? Мы бы... А ну не с места, монстр! Кажется, мы появились вовремя. Опусти ее немедля! Где твои манеры? Дарси! О, нет. Стоит ли это делать опять? О, Бэкс! Что ж, теперь... Юлин, ты не могла бы мне помочь? О боже! Все хорошо? После такого... Вне сомнений. Юлин, зачем ты помогаешь ему? Он так вежливо попросил. Отлично. Так, на чем мы остановились? Постой. У меня есть магия. Попробуй-ка это. Попробуешь еще раз? Кристина! Давай, Винг! Ну а сейчас все хорошо. Видимо, я прогадал со временем. Полагаю, мне пора. Пока. Ваше гостеприимство ужасно. Юлин, дорогая, надеюсь, что ты тоже придешь ко мне. Позже. Это было любопытно. Не за что, кстати. Ну, что я его поджарил. Вы слишком добры, я смущаюсь. Давайте поднимайтесь, у меня для вас есть информация. Вот, зацените. Этот парень очень плодовитый. Повезло, что Юлин с ним не сбежала. Он мог бы половину планеты покрыть с более сильными семенами. И это при том, что он уже быстро расходится. Но, Винг, спросите вы, что же нам делать с этим гадом? К счастью для вас, у меня есть наилучшее решение. В своих исследованиях я кое-что выяснил. Существует такая штука, как токсик-тоник. Это самый мощный яд во всем мире. Согласно моим расчетам, этот яд на уровне крысиного для этого типа. Порешит его насовсем. Но его нелегко достать. Почему-то все опасное всегда скрыто хорошо и надежно. Сперва придется пройти через сахарные болота. Не дайте сладенькому названию вас обмануть. И если проберетесь через них, ваш путь будет лежать через леса папоротника. Удачи с ними! А если пройдете через них, придется идти в место хранения тоника. Жуткие топи. Место столь ужасное, что даже малыш Бацилий туда бы не пошел. Но ты, конечно же, будешь в безопасности со мной, детка. Пусть остальные его найдут. Вообще-то, Винг, возможно, Юлин не стоит оставаться здесь. Она сможет избежать влияния Бацилия, если будет далеко. Не говоря уже о ее устойчивости к его... устройствам. Юлин,
Я отправляю тебя на поиски токсиктоника. Правда? Мисс, позвольте пойти с вами. Я не позволю этому грубияну захватить еще один город. Класс. Хороший план. Шикарный. Выйдешь на рассвете. Винг, можешь проложить маршрут для них? Конечно, босс.